и национальные сборные Швейцарии и России. Главного тренера Анжела Ширинце для Алексея Макарова, у которого родился сын. Давайте еще раз с Лешей поаплодируем. Данила, посмотрите, футболка сборной Швейцарии. 3, 2, 1 и поехали! Юрий Крушенинников, который проиграет в матче за пятое место. Разумеется. И ну что ж, друзья, песок на нашей стороне, обратите внимание на повтор, бисеклета и по такой замысловатой дуге. Еще ни разу в чемпионатах мира не участвовали, но вот после этой победы шансы возросли у... Феерит в этом матче сборная России против очень сильных и грозных швейцарцев. Невероятно, друзья! 7-1 за Швейцарию! Браво, сборная Россия! И какой сейв! Мир будет подавать. Алексей Макарова! Это гол! Россия! Yeah.
Виктор Крышанов и Николай Крышанов, 2 и 11 номера. А это сын! Павел Бажера! Браво! Который в своей истории имеет и серебряные медали чемпионата мира. Ухо Пугалешник! Гол Швейцария! Thank you.